Легенда! Сегодня посмотрим интересную игру. Борьба будет не на жизнь, а на смерть, как говорят. Буду сегодня болеть за Клюкву, за Волкова, ну и за остальных наших игроков. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я корреспондент телерадиокомпании «Импульс», и сегодня я готова снимать репортаж о том, как наша команда «Новоуренгойская Факел» выиграет «Зенит». Я уверена в их победе, я подготовилась максимально, и сегодня будем рвать, метать, поддерживать наших, чтобы они разорвали. Лучший клуб в стране родной – это «Факел Уренгой». Я рад, что очень такой интересный матч в плане волейбола, потому что счет там был очко в очко, поэтому я думаю, что всех это порадовало, вот, что не затянули особо, ну, партию проиграли, но в борьбе, поэтому... Шикарная борьба. Да, я рад, что мы устояли и выиграли 3-1 такую команду. На блоке сегодня там в районе 125 атак совершила и одна, и вторая команда. Это цифры, которые говорят о том, что мяч очень много раз летал. Я думаю, что для зрителей это была интересная игра, к сожалению, которая сложилась не в нашу пользу. Пока после Нового года мы не можем, конечно, набрать те обороты, которые хотелось бы. Спорт
агрессивно, и дефенса агрессивно, и атаку Сони Папа. То есть он очень рад, естественно, тому, что мы одержали победу, но еще хотел бы отметить тот, скажем так, менталитет команды, который они показали в этой игре. То есть была полная отдача в защите, в атаке, то есть ребята это не экономили ничего, то есть отдали все. Именно с таким настроем такие игры и играются, и только с таким настроем они выигрываются. Ну, с ними всегда очень тяжело играть, они очень хорошо подают, напрягают на приеме и отодвигают от сетки, поэтому приходится много бегать и много пасовать выбитых мячей, и ребята сегодня с краев молодцы, хорошо справились. Отличное настроение, начали год с победы, очень этого хотели, готовились к этой игре, уже соскучились по играм, поэтому настроение было очень боевое, будем продолжать год в том же духе. Кто из соперников больше всего напрягал? Да все, сначала у Сокола неплохо пошла игра, потом Нагопед разыгрался, но мы смогли их остановить блоком где-то в защите, и было полегче из-за этого.